Шокирующие результаты дала проверка карагандинских прокуроров в системе высшего и профтехобразования. В одном из карагандинских колледжей работал педагог с психическим расстройством, в другом – ранее судимый за половое преступление в отношении ребенка. Были выявлены и другие грубые нарушения. В колледжах выявлены два педагога, один из которых состоял на психиатрическом учете, второй имеет судимость за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетней. Допускались факты незаконного лишения студентов стипендий, предоставления недостоверных данных по трудоустройству выпускников, нарушение требований проведения профессиональной подготовки обучающихся. Прокуроры проверяли законность использования бюджетных средств, выделенных на подготовку специалистов в вузах, профшколах и колледжах, а также на послевузовское образование. Проштудировали документацию за три последних года и узнали, что в некоторых колледжах завышали число студентов по государственному заказу. Также нашли нарушения в послевузовском обучении, не соблюдались требования к профессиональной практике. В результате в бюджет возвращено почти 90 миллионов тенге. 74 человека привлечены к ответственности, в том числе к уголовной.